Добрый день, дорогие друзья. Skyway Capital на связи. Мы продолжаем нашу съемку с выставки Innotrans 2018. Это важное для нас, для всех событие. И хотелось бы пару впечатлений от совета директоров, от их настроения внутреннего. Правления Skyway Capital. Их внутреннее состояние от сегодняшней выставки. И на связи у нас Владимир Маслов, член правления. Добрый день, дорогие друзья. Что интересно, спасибо за слово, за введение, Владислав. Я был в прошлый раз, и это, скажем так, уже совсем другое качество. Когда мы в прошлый раз, мне представилось, я только что с корабля на бал, вот с аэропорта прямо сюда. Если в прошлый раз представлялось, как мы инициируемся и говорим, вот-вот-вот мы появляемся, здесь мы четко уже стоим, друзья. И это очень важно. Здесь уже профессиональные вопросы, здесь уже шире экспозиция. Ну, одним словом, мы вошли в мир инновационного транспорта, даже на выставке Innotrans 2018. И это очень важно. Тут подходили уже люди, я хоть немножко здесь, они говорят, да, чувствуется, что мы идем дальше. А что еще нужно? Анатолий Дардыч, когда я начал ему что-то рассказывать, он говорит, Владимир, давайте говорить о проектах. Сейчас очень важно, чтобы были действующие рабочие проекты строительства по этой технологии. Вот поэтому мы собираемся здесь еще совещаться. Я желаю всем успехов и передаю слово дальше. Спасибо, друзья. Супер, спасибо. Идем дальше. Дорогие друзья, вижу еще одного свободного члена правления Совета директоров, Ирина Волкова. И зададим тот же самый вопрос. Ирина Волкова, Ирина, можно вам задать тот же самый вопрос? Ваше состояние на этой прекрасной выставке, ну и вообще ощущения? И, может быть, немножко о 2016-м, Innotrans 2016. Уважаемые коллеги, уважаемые партнеры, ощущения просто потрясающие, потому что непрекращающийся поток людей, интереса, вопросов. И мы сейчас просто являемся все свидетелями того, что на сегодняшний день уже фактом является то, что все модели, все виды моделей на сегодняшний момент представлены, с чем я вас всех и поздравляю. И наши следующие шаги – это уже построение тех самых прекрасных дорог, городов, то есть начинается серьезный бизнес. И все мы к этому имеем самое прямое отношение. Вот за это просто огромная гордость, огромная благодарность всем и каждому, как я все время говорю. И это не может оставлять равнодушными. Очень много партнеров, наших кураторов, наших лидеров приезжают, благодарят, радуются. И очень много партнеров заинтересованы в дальнейшем продвижении этого бизнеса. Поэтому идет серьезная работа, обмениваются контактами наши представители. Мы уже сегодня третий день работаем также на стенде. И мы понимаем, что впереди будет только самое интересное. Оставайтесь с нами. Спасибо, Ирина. И мы идем дальше. Пока всем. Дорогие друзья, еще одни освободившиеся члены правления Skyway Capital, Евгений Кудряшов и Алексей Суходоев. И те же самые вопросы, не будем меняться. Ваши ощущения от выставки, и если были на выставке Innotrans 2016, небольшой такой резюме о том, что было и то, что есть сейчас. Евгений. Ну, конечно же, Владислав, вы же помните, что мы были на этой выставке. Но ощущения суперские, просто суперские ощущения. Потому что когда мы вообще приехали в 2016 году сюда и выставились, да, стенд, если я не ошибаюсь, был, наверное, в два раза поменьше у нас. Вот, и мы выставлялись, это была наша гордость, потому что, это был первый такой результат, это как ребенок такой родившийся. Вот, и мы все восхищались действительно этим юнибусом, который был здесь представлен. Сейчас ощущение, я обалдел, на самом деле, это абсолютно серьезно, потому что я увидел вообще просто премиум-класса автомобиль, я посидел, я поигрался вот этим сиденьем потрясающим, да, посмотрел там расстояние, сколько до впереди стоящего сиденья, то есть ты сидишь вообще вот просто как в лакшери в таком автомобиле, круто, супер. Также хочу сказать спасибо всем нашим инвесторам, вообще поблагодарить всех, потому что, без вас, дорогие друзья, вряд ли бы мы это все сделали, да, это общая наша с вами заслуга. Передаю
микрофончик. Алексею, Алексей, поделись ты. Друзья, всем привет. Мы на Инотрансе 2018. Вот, собственно, 2 года пролетели супер незаметно. Если говорить про Инотранс 2016, я хотел бы вернуться еще дальше в прошлое. Когда были проведены геодезические исследования, когда устанавливались первые опоры, друзья, вот это вот нужно вспомнить. То есть вот сегодня мы видим текущий этап. В апреле, летом, месяц мы увидим в будущем, какой это будет месяц, мы увидим уже перемещение вот в арабской стране, и это совершенно другие климатические условия, это жаркая страна. Друзья, и что я могу сказать, здесь жарко. На Инотрансе 2018 просто пекло. Эмоции зашкаливают. И я могу сказать, что сегодня, конечно, во второй день уже ощущение свершившейся реальности. Вчера, когда я пришел, вот я помню ощущение, как я обнял Юнибайк, просто обнялся с ним. Этого уже друга не обнять, только за хвост подержать. 500 км в час он вам выдаст, а то и 600. Восьмиместный будет, сейчас шестиместный. Это действительно лакшери-сегмент семейного автомобиля, электромобиль. Это не какой-то супер большой Боинг, Аэробус и другие виды нашей любимой авиации. Вы не будете стоять в пробках, в пересадках, не будете испытывать морскую болезнь. Все будет хорошо, безопасно, комфортно, экологично, доступно и в будущем массово распространяться по всей нашей планете. Благодарим, друзья, за поддержку проекта Skyway. И так, на будущее немножко, до скорых встреч на Инотрансе 2020. Счастливо! Да, спасибо, дорогие друзья, партнеры. Ну, мы идем дальше. У нас еще 2 члена правления. Это Инет Анжана и Франтишек, да? То ли еще будет? Вперед! Дорогие друзья, на связи Сергей Сибиряков, член правления Совета директоров. И тот же самый вопрос, как ощущение от выставки, ощущение от представленного. И если Сергей был на Инотрансе 2016, может быть, коротко разницу между той выставкой и этой? Приветствую, друзья. Но налицо развитие. То есть в 2016 году первый раз компания Skyway участвовала в выставке, и были представлены первые 2 машины, электромашины, это Unibike, Unibus. И было продекларировано, что они обладают определенными свойствами, и эти свойства будут дальше показаны, продемонстрированы и сертифицированы. И за 2 года это сделано, это сейчас уже приступается... Приходим к адресным проектам с использованием этих технологий. Сейчас показана новая машина, принципиально нового поколения. Это уже следующее поколение Skyway, это уже высокие скорости до 500-600 км в час. Это Юнилет. И это показывает о том, что компания развивается, что представлен следующий класс машин, высокоскоростных. На улице стоит Юникар 18-местный, это новая машина городского цикла. Соответственно, это все показывает о том, что компания развивается и все, что декларируется, реализуется. И это, естественно, абсолютно новые принципиальные машины. Я прошел по всей выставке, и действительно новых инноваций, серьезных инноваций не так много. Это принципиально новые технологии развития, именно развития транспорта. Соответственно, следующий вопрос, который стоит, а что будет на Инотрансе 2020 года? Это естественный вопрос. И будет ли представлена там компания? Можно сразу сказать, что однозначно будет. И будет представлен следующий уже концепт новых машин в перспективе у инженера Юницкого уже и гиперскорости, то есть 1250 км в час. Естественно, что само собой будет иметь, что к следующему Инотрансу мы эти машины увидим уже на ходу, в испытаниях и, естественно, в первых адресных проектах. Хорошо. Великолепно, да? Спасибо большое, и мы идем дальше. Дорогие друзья, еще один член правления Skyway Capital, Инет Анжана. И тот же самый вопрос о впечатлениях на выставке Инотранс 2018. И, может быть, малый какой-то ракурс по выставке 2016, если Инета там была. Инета? Добрый день, коллеги, партнеры. Я бы хотела сегодня обратиться к каждому, кто чувствует себя частичкой
Skyway, проекта Skyway. Конечно, я была в 2016 году, и я здесь, и я сегодня уже третий день, и первый день мы работали до самого вечера, и настроение прекрасное, то, что хочется передать, сперва это эмоции, естественно, это эмоции, но самое главное – это радость и гордость того, что мы создали. Это период отчетности, и я очень горжусь тем, что мы все сегодня, эти дни, можем наблюдать за тем, что мы создали. И благодарность вам, естественно, и такими этапами мы доказываем сами себе, что мы справляемся с уникальными задачами и готовы ставить следующие задачи. Сегодня праздник, завтра он заканчивается, и давайте все соединиться на новые следующие этапы, которых мы будем начинать буквально уже с понедельника, возвращаясь домой. Поэтому всем привет с этого прекрасного стенда. Конечно, самый красивый аппарат у нас сзади. Счастье огромное. И еще раз я говорю, радость и гордость. Спасибо вам большое.